когда они бегали курицы. За мной теперь две курицы бегают. А что такое? Что-то я не могу понять, что происходит. Какого фига они за мной бегают? Я только пришел. Еще постой такие. Никаких угроз от них не это. Не поступает. Они просто за мной, короче, бегут. Даже не стреляет, обычно стреляет всегда. Еще им нравится. -то? Что происходит? -то? С ними не так. Они не кричат на меня, ничего. Просто бегут за мной. О, вот теперь начали орать. Когда я уже полез наверх. Когда только сказал, что они ничего не делали. Да. Блин, надо что-то сказать. Это же погоня. Это эти скромные стражи. Остров невезения. Встретись с Ксенией. Кто-то орал. Оба. Выбросили мужика. Солдат. Так, значит, пощады? Оу, что за хрень? На тех, кто смеет торговать здесь невольниками, мы ставим метки рабов. Отправляем в Атику и сами продаем в рабство. Увести его отсюда. Неплохо. Я думал, вы работодатель. А ты кто? Я Алексей. Я думал, вы женщина. Нас также считают убийцами. Есть у меня причины не прикончить тебя на месте. Я думал, вы женщина. А что, нет? Это не женщина? Нет, это женщина. Слава Богу. Теперь меня не убить. Мне нужна информация. Говорят, ты торгуешь сведениями. И ими в том числе, да. Я ищу кое-кого. С какой стати мне заключать сделку с тем, кто убивает моих людей? Мне пришлось. Не мог тратить время на уговор. Говори. Я ищу женщину. Плохо. Она когда-то покинула Спарту. Этого мало, Алексис. Очень смешно. Родинки в форме созвездия Орла. Фига. Родинки в форме созвездия Орла у матери. Она моя мать. Я не видел ее с малых лет. Значит, ты хочешь найти свою семью? Можно и так сказать. Тебе предстоит нелегкий путь. О, ты бы посмотрела бы мой предыдущий путь, да? Тебе предстоит нелегкий путь. А спасили? При чем тут она? Она сказала, что у тебя могут быть полезные сведения. Могут, но за достойную плату. Сколько попросишь? Немало, учитывая, что ты лишил меня нескольких верных товарищей. 17 тысяч, почему так много? Почему цена столь высока? Под моей защитой город и его жители. Я не хочу воевать и сделаю все, чтобы война не настигла нас. Хорошо, у меня столько нету. Столько денег у меня нет. Вот тена, наемникам не платят. Почему я должен тебе доверять? Я знакома с Мирин. Ты знаешь ее имя? И не только. Достать деньги будет непросто. У тебя есть корабль и люди.
Ты легко найдешь работу на Карисии. И, кстати, в крепости на дальнем конце острова хранится куча денег. Куча денег? Будешь грабить на твоем острове? Не все местные жалуют пиратов. Один из них весьма богат. Если лишить их денег, они не наделают глупостей. Спокойно. Пока ты работаешь на меня, тебя не тронут. Доверишься пирату, все равно отдашь ему денег. Раз нужны деньги, придется искать себе работу. Че, надо тупо в порту? А. Че, реально? Надо найти работу в порту. Кто ж мне заплатит столько денег? 17 тысяч.